Хай-хай-хай, привет всем! Как у вас дела? С Новым годом! С Новым годом всем! Нового счастья, нового дома, новой любви, всего нового и хорошего вам! А сейчас, конечно же... Опа-на, кто у нас? Нет, не ты, не ты, не ты. Это у нас будет... Вот ты застрял. Ладно. Давайте посмотрим. Это у нас Алексей Навальный. Карты, скажите, пожалуйста, что у нас произойдет с Алексеем Навальным, главным оппозиционером России в 2022 году? Что произойдет с ним? Вот, что конкретно с ним произойдет? Обстоятельства, которые будут. Но я думаю, здесь стража больше выпадает. Стража. Король пик — это, скорее всего, военный человек. Ну, я так думаю. Но у меня есть еще другое суждение. Возможно, этот король пик его выпустит. Ладно, посмотрим. Алексей Навальный, 2022. Почему-то ему еще родной выпадает. 2022 году. Ну, неприятности, скорее всего, будут. Ладно, пусть так будет. Ну, это, как сказать-то, это по судьбе. Далее, что на него конкретно выпадает? Так, известия какие-то о девушке, возможно, о финансах. Девушка, с какой-то девушкой он общается. Девушка, хорошо. Опять-таки новости от девушки, договоренность с девушкой. Тут девушка какая-то выпадает, он с ней говорит. Врач, юрист. Но мне больше, скорее всего, здесь юрист идет. Финансы, юрист. Да, разговоры идут, почему-то идут финансового, материального плана. Вот так вот. Далее. Болезнь выпадает, болезнь выпадает ему. Возможно, он будет болеть. Болеть. Возможно, он ляжет в больницу. Болеть. А, депрессия, возможно. Да, но пока что у меня карты показывают, что он будет сидеть. То есть здесь ничего такого нету, что его выпустят и так далее и тому подобное. Переговоры, договор возможен какой-то. Встреча в пути. На конец года карты покажите, пожалуйста, мне на... Ну, на конец лета, на осень. Что вот здесь вот с ним? Угу. Может, улучшение ситуации быть? Дорожка будет какая-нибудь ему, дом. А, возможно, карты мне показывают, я не знаю, какой это месяц. А какой месяц здесь возможен? Седьмой. Восьмой. Седьмой, восьмой, может, девятый месяц. Седьмой, восьмой, девятый месяц. У него выпадает дом. И вот здесь вот уже, вот здесь вот. Обстоятельства. Здесь не трогаем. Здесь абсолютно все так же останется. Это конец лета, возможно. Конец лета, осень. Его выпустят. Вот так вот. Вот так вот. А, что-то еще надо было спросить, я забыл.
А можно узнать, вследствие чего его выпустят, если выпустят? Вследствие чего его выпустят, если выпустят? Вследствие чего его выпустят? Ну, какие события там будут? Недовольный народ, да, допустим. Так, ладно. Давайте сейчас тогда так трактуем. Валет, 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 валет. Дорога, скорая дорога. То есть его выпустят, возможно, даже мгновенно, если выпустят. Хм. Так, так оно, да. Неприятное общение, навязчивость. Кто-то будет неприятно общаться. Дорога опять-таки выпадает. Перед тем, как его будут выпускать, что у нас возможно вообще в стране? Страна будет в путешествии. Хм. Карты так и показывают. Разговор какой-то с женщиной. Женщина. Женщина. Да, разговор материальный опять падает почему-то. Материальные хлопоты. Хм. Материальные. Интересно. Что еще бы спросить? Спрошу так, кто его выпустит? Кто будет инициатором? Вообще-то валет пик падает, это недовольство. Кто будет инициатором? Валет пик. Изменения 9. Изменения в работе. Работа, хорошая должность. Инициатор. Хорошая работа. Почему-то дом еще падает. Инициатором будет родной дом или то, что будет происходить в родном доме. Здесь что-то связано с хорошей работой. Работа хорошая. Работа коллектива хорошая. Здесь не один человек. Более я не знаю, что сказать. Его могут выпустить в конце лета осенью. И связано это с изменением... я так понимаю, здесь общество выпадает. Возможно, изменения в обществе, либо в стране. Вот так вот. Здесь изменения идут, но пока ему плохо. Плохо, возможно, он будет болеть. Плохо, ну, естественно, он закрыт. Король пик над ним падает, это стражник, я так понимаю, стража. Король пик это, скорее всего, военный, если мы трактуем. Относительно заключения здесь военный. Вот как-то так. Спасибо, до свидания.